На состоявшемся в администрации стройчасе обсудили строительство в микрорайонах Финский и Жигалово. Заседание вел глава городского округа Щелково Сергей Горелов. В отношении сроков сдачи многоквартирных домов в микрорайоне Финский представитель застройщика компании СЗЮИТ сообщила, что на данный момент завершено строительство 5 домов, из которых 2 введены в эксплуатацию. Строительство еще 3 домов планируется завершить в начале 2022 года. Помимо этого, в 2021 году в микрорайоне состоится открытие школы на 825 мест. Главе городского округа отчитались представители общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» по вопросу передачи инженерных сетей на баланс муниципалитета в микрорайоне Жигалово. Эта необходимость возникает в связи с тем, что здесь идет строительство школы, которая рассчитана на 1100 мест. Строительная готовность объекта 40%. Сейчас муниципалитету уже переданы и электросети, и линии наружного освещения, водопровод, тепловые сети и канализация будут переданы после устранения застройщикам технических проблем. Это обеспечение социальными программами застройки, потому что подрядчик в основном преследует, конечно, коммерческие цели, и наша задача, чтобы он соблюдал паритет между коммерческим интересом и соцобеспечением городского округа. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.